голова. Уже разносит молва по дворам, что мы жду нам еще чего. А кто по нации? Таджик. Таджик? Бача, ай багидега, солзи тенди. Тебе не нравится дым, черт с ним, он убивает слова. Эдильбари шухи ве фаранджи, яга бату меза на наранджи. И пропадает в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. И лилиса стократно, все говорит об одном. Нифига себе. Здравствуй всем, дорогие друзья, с вами я, Фатхидин. Снова я рад вас видеть. Дорогие друзья, спасибо каждому, кто меня поддержал. Я очень благодарен. Короче, я закончил сегодня снимать вторую часть, но, к сожалению, самые лучшие кадры и реакции удалились сами по себе. Сами по себе. Не знаю, как это так, но реально я трудился в этой части. Но что поделать? Друзья, давайте поддержим это видео так же, как и первый. Просто поставим лайк. Ну, конечно, если видео понравится. И ждите третий час. Третий час будет по-другому. В общем, все. Посмотрите ролик до конца и напишите в комментариях свое мнение. Приятного просмотра. Так, погнали. Здравствуйте, девчонки. Как дела? Короче, у нас такая тема. Я спою вам что-нибудь, а вы зацените. А что споешь? Я спою, я на разных языках пою. Я... Давайте. Конечно. Мы тоже вас снимаем. Все нормально, вы все красивые. Потом скажу. В общем, сначала зацените сейчас. Споем песню Томас Шелби или... Знаете песню? Вы готовы? Мы готовы. Если вы готовы, то я тоже. Все, погнали. Я как Томас Шелби, все с грустью так и шел бы. Твои слова сам по себе, сам за себя. Я стану собой, не тень, стану другим. Не важно, сколько мне лет. Нет, не так. Я как Томас Шелби, все звучу, так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я останусь собой, не тень, стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми. Я погиб, перепутали пути с тобой, родная. Пути меня идет война, фая, пойми, что мы с тобою в эпицентре войны. Истинно одни, над моей головой дула пистолета. Сегодня есть я, а завтра нету. Я как Томас Шелби, все здесь вот так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе я. Нифига себе. Это неожиданно реально. Как я пою? Хорошо. Красиво? Спасибо большое. Давайте я спою песню. А вы угадайте, это на каком языке будет. Эдильбари шухи ве фаранджи, яга бату меза на наранджи. Эдильбари шухи ве фаранджи, яга бату меза на наранджи. Охизи кадом кони ганджи, масули кадом дасти ранджи. Охизи кадом кони ганджи, масули кадом дасти ранджи. Масули кадом дасти ранджи. Видишь, мои поклонники какие? Таджикский, да? Нифига себе! Она
Она таджичка. Можешь поговорить с ней. Я метиска. Ты таджичка? У меня папа таджик, мама. Понимаешь по-таджикски? Чуть-чуть. Давай бахнем. Таджичка, как прикольно. Мы обратили свой адрес. Как вас зовут? Вот тебя как зовут? Лиза. Лиза? Карина. Карина, а тебя? Амина. Красивая. А тебя? Аня. Очень приятно. Меня зовут Фатхидин. Ну, уже понятно, что я таджик, я с Таджикистана. Ну, знаю песню эту. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Давай! Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в счастье. Я с тобой играть не буду, ведь ты кричала в телефоне, где влюбись в другую. Ну а как же я влюблюсь, если она не ты? Это не ты. Весь этот мир не ты. Весь этот мир не ты. Ну зачем же я в тебя влюбился? Ну зачем мне это надо было? Твоя вечная любовь так мало длилась. Твоя вечность о любви имеет срок. Все. Это очень приятно, реально. Спасибо вам большое, девчонки. Мы такие лежим, мы поем. Да, да. Хорошего дня вам, девчонки. До свидания. А? Завтра вечером. Хорошо. Хорошо, до свидания. Здравствуйте, девчонки. Привет. Извините за беспокойство. Можете заценить, как я пою? Давай, все зависит от тебя. Я спою, а вы зацените. А это для себя мы снимаем. Можно, да? Да. Не против, да? Ну, давай. Сейчас. На русском петь, да? Знаете песню «Я помню белые»? Да. Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам. Что между нами? Чего? Пока не снимает этот. Уже разносит молва по дворам. Что между нами? Чего? Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. То мы откуда, откуда задвигаем штуры. Кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так сдвинут. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. То мы откуда, откуда задвигаем штуры. Как йод, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так сдвинут. Спасибо большое, спасибо. Получится, да? Голос какой голос? Как вы думаете? Спасибо большое, от души. Хорошего дня вам. Здорово, дружище. Здорово. Извиняюсь за беспокойство. Короче, у нас такая тема. Я пою песню, а вы зацените. Можете? А как вас зовут? Равшан. Равшан? Получается, не русский, да? Да. А кто по нации? Таджик. Таджик? Бача, ай багидега. Сози тенди таджики. О, таджики ему. Майк джояка. Ай вахдад. گابنس ستودنتی ایجا میخونی؟ گابنس برادری عزیز اگر نه خیلی باشه
як сурут чиста барои ваҳдатиё мехонам бародар азиз ҷабшино ай хидмон будас ку дега мегирем ози бачако бачакои ваҳдат занда боша як сурут чиста барои бачакои ваҳдатӣ бехонум байди бей поён бехонум барои мардуми ваҳда ҷон бехонум بخونم بایدی بی پایان بخونم برای پتسانای وحدت جان بخونم زی وحدت جان گذر داری نداری دل بر زی اولم خبر داری نداری دل بر زی وحدت جان گذر داری نداری دل بر زی اولم خبر داری نداری دل بر چخیل بود باردار؟ گرنه زنده باش باردار عزیز چخیل بود باید؟ باید چخیل بود؟ کلاس باشه اگر نهی تا باشه؟ موش نهی باید گرنه است باید باید سلام علیکم سلامت باش باردار عزیز ما ایش کده نمیفتیم جای کانال داریم که تیپا وقتی بگوی که کانال داریم یکم ریاکسیشون نشون نمیتیان دیم که ایزو میکرشن خیلی خیلی برای همی سنیمات نمیمونن کنیم ختم گفتنی نبدیم و اکم ما میگیم که کانال داریم روسی باردار عزیز اینا سلام همه وعدتیو دا خلق توجیک دا وعدتیو همه کسا خلق توجیک سلام علیکم زنده باشی باردار عزیز در امان الله باشی موفقیت درسو دا ما میریم هم صدا شی گپ نیست باردار عزیز Ты бени нравится дым, чёрт с ним, он убивает слова, кругом голова, уже разносит молва по дворам, то между нами чвауа. О чём с тобой говорит потеряли? Я помню белые обои чёрная, посуда нас в хрущёвке двое. Но мы откуда задвигаем шторы, как пьет плюшки с дыма. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так стрельна. Кася. Как я пою? Хорошо. А теперь? Музыкальным образованием могу сказать. Спасибо большое. А теперь? Какую песню будешь петь? Я не забыла, можно Нет, можно петь просто. Давай споем. Нельзя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Ну чё ты, мой? Ну просто мне так, знаете, непривычно, когда я вот не играю на гитаре и вот пою просто. Сейчас будешь играть? Давай. Дай сумку. Ну я. Я тебе передала здесь коробочку. Всем привет. Да, все нормально. Твой. И пропадает миллионов навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга по ранам. Пропадает миллионов навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга по ранам. Задержи дыхание на миг. Молодец, молодец. Ощути, какая глубина. В моей голове идет война. И я не принимаю ничего из того, что чувствую сейчас, проводив тебя в последний раз. И пропадает миллионы навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга по ранам. Молодец. Вы тоже поете? Все, что ли? Да. Я не пою. Ты молодец, реально. Спасибо. Красивый голос. У тебя получится, а у меня нет. Все. Ой, закрывай. Было приятно, девчонки, спасибо вам большое. Спасибо. Успехов, держись. Хорошего дня вам, давайте. Угу. Здравствуйте, извините за беспокойство. Это для себя чисто можно? Я что-нибудь спою, а вы зацените. Можно, да? Так.
Сейчас будем петь. Батарейку знаете, да? Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лапуш. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Батарейка, я тосковал по тебе в минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой, батарейка. Батарейка. Браво. Как звучит? Супер, особенно поначалу. Поначалу? Спасибо большое. Хорошего дня вам. Да, где себя можно будет потом посмотреть? Давай, я найду себя. Здравствуйте, ребят. Извините, отвлекаем. Короче, у нас такая тема. Я пою чего-нибудь, а вы зацените. Можно? Можете заценить? Поклон? Как я пою? Нет, как я пою, просто заценить. Давай. Так, сейчас. Знаете песню, да? Я помню белые обои, чё надо. Так, как началось? Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чуава. О чем с тобой говорить, потеряли нет. Быть не с собой перестать и дома. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда, откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так сдвинут. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда, откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так сдвину. Спасибо. Спасибо большое. Как звучит? Классно. Классно?